64 километра дорог отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги» в Чебоксарах за 2 года. Как они пережили зимний сезон, проверяли специалисты столичной администрации. Этот участок дороги по проспекту 9-й пятилетки отремонтировали в первый год реализации программы. Подрядчик заменил чуть более 1 километра полотна. Прошло почти 2 года. Колейность составила 2 сантиметра. Пока показатель нормам соответствует, но колея может стать глубже, и не последнюю роль в этом играет вода. Оказывается, по весне растаявшая вода ночью может замерзнуть. Согласитесь, у подрядчика странный аргумент. Следуя такой логике, у нас по весне все дороги должны быть разбиты. А вот нечищенные ливневки упрек уже в адрес мэрии. Небольшое повреждение, которое называется выкрашивание, появилось на Московском проспекте. Общая площадь дефекта 10 квадратных метров. Участок дороги отремонтировали в 2017-м. Устранять нарушения будет сам подрядчик. Гарантийный срок 6 лет. Такие совместные объезды отремонтированных участков проходят регулярно. Все недостатки были заактированы, и подрядчику были даны сроки на устранение данных недостатков. Ремонтировать столичные дороги продолжат и в этом году, причем капитально. Перечень участков будет сформирован к следующей неделе.